и алмачин за ваши дорогие. Девушка, у вас сумка разрезана. Посуда центральная. Надо понесла мяч. Мяч мой. Нет! Дай! Я так одержала победу. Чтобы завтра не забыл. Ой, я не могу уже просто. Меня нервы берут. Давай, пиши ягода. Вот здесь пиши. Потом будешь всю строчку писать. Ягода, яблонь. Яблоня. Нет, нет, с большой буквы ты забыл. Я большая? Да. Я большая. Потом что? Я ядога пишешь. Ладно, возьми в скобку возьми. Так. Ну что-то, дочь, ты там не торопишься, я смотрю. Извини, пожалуйста, мне нужно было в магазин забежать. Ну да, мне не нужно в магазин. Я прямо в заложницах у тебя. Ведь сгрузила на меня ребенка. Освободилась, да? Где болтаешься? Совести нет совсем. Ну что опять случилось? Что? Прости меня, пожалуйста, мне надо было, очень надо. Все. Ты с сегодняшнего дня вышла в отпуск? Вышла. Сама занимайся с ребенком. И целый месяц меня не трогать, и чтобы глаза мне не показывали. Я отдыхать хочу. Дань. Что? Не принесла. Хотя бы шоколадку. Дань. Даня. Дань. Данюнь. Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Иди ко мне. Ну-ка, Дань. Ну, Дань. Даня. Ну, Дань. Как там было? Худая компаньонка-иностранка купалась в море вечером холодным и все ждала, что кто-нибудь увидит, как выбежит она полуногая в трико, прилипшем к телу из прибоя. Может... Да надо просто вообще ему сказать, что я его никогда не любила. Просто скажу, я тебя никогда не любила. Или, может, лучше сказать, что ребенок не от него? Что будет, если сказать, что твой сын не от тебя? Ой, нет, это уже слишком ерунда какая-то. Ну, лучше просто скажу, что я тебя никогда не любила, никогда. А еще лучше позову Мишку. Он позвонит, и Мишка трубку возьмет, и пусть знает, что я тоже не одна. Но мне стоит только глаза поднять, очередь выстроится. А
Хотя кто знает, когда он позвонит. Вот он же месяц не звонил, а ребенком не интересуется. Посмотри, как я могу. Своё купи и сам играй. Мам, а мы бедные? Мы бедные? Нет, сынок, мы средние. А что, бывает еще беднее мальчики? Ну, конечно, бывают. Бывают такие мальчики, у которых и мамы-то вообще никакой нет. Жень, займи мне денег, пожалуйста, очень надо. Че, опять жрать нечего? Ну, типа того. А твой бывший? Ну, мы с ним договорились, что... Та маленькая квартира, в которой мы живем, она как бы моя, и я к нему без претензий, все. Да квартира давным-давно уже твоя. Пора на алименты подавать. Ну, я так не могу, Жень. Ну, ты смотри, благородная нашлась, а? Милостыню просишь, а все в благородство играешь. Мне скоро дадут подработку. Лязьк, привет. Привет. Угу. Мы твои копеечные подработки знаем. Слушай, я вообще удивляюсь, как тебя до сих пор на работе держат, а? Одиночка с детем, все время на больничном. Ты же работаешь за копейки. Я бы даже сказала, не работаешь, а пашешь. Да и то, хотят дадут зарплату, хотят не дадут зарплату. Ну что это, что? Ты посмотри на себя. И лицо, и фигурка. А я... Хоть сегодня разведусь. Тут же за богатого выйду замуж. Потому что во. Ладно, я дам тебе денег. Только это... Слушай, а ты отвези товар. Ну ты же знаешь, куда. Но тебе все равно делать нехрена. Да, конечно. А твой хоть с моим поиграет немножко. Пожрет нормально. Зоя, я денежку дам? Дай. Чай поставь. Да, дадим, давай. На. Ты отвезешь? Потом позвони. Санька приедет. Дверь просто захлопни. Ой, хорошая баба твоя, Леська. Можно было б разок. Но как рот откроет, дура дурой. Я тебе сейчас как дам разок. Я тебе сейчас как дам разок. Чё ты дашь?
Потом, надев широкий балахон, сидела на песке и ела сливы, а крупный пес с гремящим лаем прядал прибрежную сиреневую кипень, жаркой пастью радостно кидался на черный мяч, который с криком «Хоп!» она швыряла в воду. Предал ведь ты меня. Ну и предал. Ну так что же? Ну что ты, Господь Бог, что ли, чтобы меня счастливой сделать? Ну, что другая? Доведется, и ее предашь. Единожды солгавший, кто поверит тебе? Вот мне все говорят, такая красота в холостую хлопнула. Зато у меня Данька есть. Случилось бы за Данькой так еще раз так же бы пошла, не глядя бы пошла. Говорят же, за сына надо болью и унижением заплатить, а я бы еще не так платить готова. Мне еще повезло. Да вообще хорошо, что я вовремя тебя разлюбила, то сейчас бы еще не так досталось. Ты уж беречь не стал бы. Как когда-то смотрела в твое лицо и жалела, что жизнь такая короткая. Насмотреться не успею, но сердце так сладко-сладко и так больно-больно. Наверное, это и была любовь. Кто ее знает, какая она. И Данька, вот. А я все равно добьюсь, чтобы у него все было. Все сделаю. Давай. Дань, это то, что нужно? Загорелся вдали маяк лучистой звездой, сырел песок, взошла луна над морем и по волнам у берега ломался, сверкал зеленый глянец. Сейчас, конечно, уже не о чем говорить. Но ведь всего-то и ждала, чтобы ты хоть раз сказал, ты мне нужна. Ну что тебе стоило? Все бы простила, все бы стерпела, и жили бы долго и счастливо. Но про любовь мне не надо. Какая любовь? Ребенок ведь есть у нас. Да и какой ребенок? Достойный ведь самого прекрасного. Какого сына я тебе родила? Да разве одно это уже не заслуживаю я всех сокровищ мира, всю твою нежность и благодарность? Я-то долго еще думала, что ты не сможешь без него, все равно вернешься. Но чтобы вернуться, ты вынужден будешь признать, что мы нужны тебе. А ты все откладывал, ждал чего-то. Ты другой, наверное, да, может, занят был все время. Хотя разве есть что-то важнее Даньки? Разве есть на свете хоть что-то интереснее Даньки? Мама, я есть хочу. Да, сейчас. Дань, 5 минут посиди, ладно, я сейчас в магазин схожу. Не уходи, я все бабушке пожалуюсь, что ты меня не кормишь. Извините, девушка, можно вас на минутку? Вы не хотите заработать $100? А что нужно сделать?
Будь со мной полюбезней. Нет, извините. Господи, смилуйся, прости меня, прости. Если нельзя по-другому, накажи только меня, Господи, только меня накажи. Пресвятая Богородица, помолись за нас, прикрой моего сыночка плащом твоего небесного материнства. Что там же еще осталось? Ты что, издеваешься, что ли? Как это детство? Отойди, тебе говорю, от стола. У вас долг за электроэнергию? Да, а сколько там? Я, видимо, не успела оплатить. Извините. По-моему, не поняли. У вас не уплата. Да, я, кажется, забыла заплатить. Да. Я... Там много? У вас не уплата. Либо вы платите прямо сейчас, да, либо мы отключаем. Я сейчас не смогу заплатить. Давай. Ребят, пожалуйста, можно... Ребят, пожалуйста, ну... На обрыве, что возвышался сзади в светлом небе, чернела одинокая скамья. Там постоял с раскрытой головой писатель, пообедавший в гостях. Сигару покурил, усмехнувшись. Подумал, полосатое трико ее на зебру делало похожей. Нет, конечно, я больше тебя не жду. Если бы не боялась, что Даньке будет тяжело, уже давно бы замуж вышла, в конце концов. Ну,
ты когда-нибудь все равно же поймешь, кого ты потерял. Поймешь, что лучше меня у тебя никого не было и не будет. Данька вырастет, и ты приползешь к нему, к сильному, красивому, и попросишь его любви, его помощи. И мне не жалко. Пусть он и тебя тоже любит, пусть он помогает тебе, старому, противному. Я, может, даже разрешу тебе и внука поддержать. А может, мы даже сможем и поговорить, и я узнаю, правда, почему так все вышло у нас. Все-таки хорошо, что я тебя больше не люблю. Какой молодец. Ну, вымах. Привет, ты как? Нормально? Ну все, мне бежать надо. Счастливо. Давай, пока. Даня, пойдем, быстро. Отстань, дура!